У природы нет плохой погоды, но холодок в наших краях залетает даже в жаркое лето. Утепляемся легко, чтобы никакой ветерок не надул мурашки. Один из основных трендов сезона – оверсайз. Накинем на плечи кофту, крупные вязки, пальто или кардиган. Главное, без акцентов на талии. Такие простые покрои и лаконичные вещи придадут любому образу оригинальности. В нынешнем сезоне актуальны становятся укороченные модели, как правило, до колена. Актуальны строгие силуэты, напоминающие мужскую форму. При дополнении аксессуарами и правильным комбинированием, женственность в образе никуда не исчезает. Пальто шьют из трикотажа, плащевки, хлопка или льна, с текстурным рисунком, брошами или декоративными элементами. Классические варианты не отменяются, а дорабатываются и осовремениваются. К примеру, строгие пиджаки обыгрываем в необычных цветовых сочетаниях и фасона. Тенденции коснулись и тренчей. Теперь они представлены в ярких тонах и самой неожиданной длины. Еще в 2015-м жилеты стали настоящим must-have'ом за счет своей практичности и универсальности. А в этом сезоне конструкторы одежды добавили еще вариации тканей и фасона. Предлагаются жилеты из замши, кожи или вельвета с бахромой, оборками или кистями. Легко собирается комплект в стиле боха. Удлиненный жилет хорошо сочетается с джинсами. При этом под него можно надеть тельняшку, футболку, топ, либо блузу. Либо носить просто без ничего, в случае, если вырез у жилета небольшой. Другие элементы гардероба, как шорты либо кожаные скини, могут также составить достойную пару жилету. Дерзким вариантом будет кожаная куртка-косуха, вернувшаяся вместе с панком и гранжем прямиком из 90-х. Куртки мотогонщиков, которые выглядят очень свежо и по сей день, отличаются сложным прилегающим кроем, яркими цветовыми формами и обилием деталей. Бомберы тоже не отстают от общей тенденции. Куртки американских пилотов в этом сезоне поддались общему романтическому настроению. Их шьют из атласов, цветочек и носят вечером. Бомберы отлично сочетаются с платьями из легкой ткани, шифона либо шелка. А также их можно сочетать с летящими брюками, джинсами, шортами, даже с купальником. Стоит отметить, что бомберы не рекомендуется носить девушкам с пышными бедрами, чтобы не привлекать на них внимание еще больше. Лето не должно омрачаться ничем. Присматриваемся к летним пальтишкам, и прогноз погоды не омрачит стильное настроение.